нашем все имение и невозможение от единого исцеления. Приступши созади, коснуся края риза его, и обестаток крови я, и рече Иисус, кто есть, коснуйся мне, отметающимся же всем, рече Петр, и же с ним, наставниче народе держат тебя, и гнетут, глаголеши, кто есть, коснуйся мне, Иисус же рече, прикоснуся мне некто, азбочук силу, шедшую из меня. Видевши жена, яко не утаися, трепещуще прииди, падши пред ним, и я же ради вины прикоснусь ему, поведай ему пред всеми людьми, и яко исцели Абие, он же рече ей, дерзайчи, вера твоя спасетя, иди в мире, еще ему глаголющу прииди, некий отвертки синагоги, синагога, глаголи ему, яко ум речи твоя, не движи учителя. Иисус же слышал, отвечая ему, глаголя, не бойся, токмо веруй, и спасена будет, пришедший в дом, не остави ни единого в нити, токмо Петра, Иоанна, Иакова, и отца, от раковицы и матери, плакав уся же все.